Мне очень часто задают вопросы, а зачем так много детей? Типа, сколько можно тех детей? Зачем так много рожать? То есть для людей многих даже непонятно. А в моей, вот просто в ощущениях, опять же, потому что я, ну, по чувствам живу, по ощущениям. Я понимаю, что вот я про много детей. Просто я так чувствую, да? Как бы странно это ни было. Поэтому я прям чувствую себя мамой многих. И мне кажется, что это вот прям далеко не конец. Тебе им еще надо вот показать матрицу всей энергии. И самое, я же самое главное это не сказал. Твое общее главное предназначение — тройка. А это же императрица. Это императрица, энергия плодородия. И она вот даже на картинке... троечка, она по-разному изображается там в разных картах, понятно, но вот, например, здесь она прям беременная, то есть вон она с животом, потому что это энергия плодородия, энергия детей, вот, это как бы, блин, ну это твое главное предназначение.